Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня играем на Родина РП Центральный Округ, у них здесь Кирилл Футбол УВИ, не забывайте вводить по ним по регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, будет немножко необычное видео, в этом видео покажу, как я купил себе номера, точнее покажу, какие номера я купил, они довольно-таки прикольные, я думаю, вам они понравятся, покажу их, расскажу, за сколько купил. Также в этом видео помог Рыжику, подарил ему очень хорошую машину и подогнал ему денег. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, сейчас я вам покажу номера, которые я купил. Они реально очень прикольные, типа я их купил за лям и вообще не жалею, потому что, ну, они пиздатые, пацаны. Да, это, конечно, не full blood, но они реально пиздатые. ХХМ, 3 семерочки, смотрятся, мне кажется, очень даже круто, потому что, ну, как ни крути, это уже семерочки, они всегда смотрятся круто. Вот еще бы вместо MX было бы вообще шикарно. Я, кстати, видел у чувака номера 3X, 3 восьмерки. Блин, как он так сделал, я не знаю. Скорее всего, это кто-то выбил рандомно, и он их выкупил, эти номера. Но вот эти номера я чисто за лям купил. Я считаю, это недорого, это нормальная цена. И вот еще на Мерседесе у меня номера стоят. Я их давненько покупал. Я их покупал за 500 тысяч. Ну, просто ашки реально на Мерсе очень хорошо смотрятся. Ну, реально по кайфу, пацаны. Согласитесь? Да, цифры, конечно, отстой, но именно буквы классно, мне нравится. И у меня еще есть вот такая вот машинка, которую мы сегодня, скорее всего, подарим какому-то Рыжику, потому что давно не помогал Рыжикам. Мы подарим ему эту машинку и, я думаю, купим ему квартирку. Но я еще хочу поехать, получается, на авторынок и посмотреть, там, возможно, кто-то продает какие-то номера, чтобы на Хонду поставить и вместе уже с номерами подарить машину Рыжику. Я эту Хонду покупал обратно для себя. Это уже, получается, вторая Хонда в моем владении. Я не знаю, почему их покупаю, они мне просто нравятся. Тем более у меня в городе есть точно такая же Honda на таких же дисках. Только не темно-зеленая, а серая. И она реально в жизни еще красивее, чем в игре. Ну, хотя в игре тоже она пиздатенькая. Ладно, давайте сейчас, не знаю, либо я тпхнусь, либо я доеду. Давайте я Раптор, наверное, возьму. Сейчас доедем до рынка и посмотрим, что там вообще продается. Я зашел утром, она небольшой, но я думаю, кто-то, может быть, номера продает. Летаем на авторыночек, сейчас посмотрим, что у нас продается. Так, давайте я оставлю здесь свою машину. И сейчас побегаем, посмотрим. Возможно, есть какие-то интересные номера. Хотя бы более-менее такие нормальные. И вот эти прикольные номера. ОМР 677. Ну, было бы хотя бы ОМР 37. Вообще, я их с руками и ногами забрал бы. Ну, блин, я вчера на Порше номера выхватил. Или не вчера, я уже не помню, когда. Блин, объявы не редачат, по-моему, да? Да, по-моему, объявы не редачат. Поэтому, походу, не судьба номера купить. Так, я сейчас вроде бы Рыжика нашел. У тебя есть голосовой чат, чтобы поговорить со мной? Короче, давай я тебе помогу. Подарю тебе машинку и квартирку. Ты не против? Ну, погнали сейчас. Я тебя телепортирую. Бля, его реально хуёво. Ну, я его слышу, но вам его очень хуёво будет слышно. Вот это минус, конечно. Продать машину игроку. Так, давайте я ему дам 10 тысяч. Все, передаем ему 10 тысяч. И он должен сейчас принять эту машинку. Короче, пацан, он передумал машину, ой, квартиру, типа, он сказал, ему не надо. Так, 3, 4, давайте ему кидаем. 500 тысяч я ему дам, хотя давайте, не, 600 тысяч ему дам. Ну, я думаю, ему на первое время хватит, типа, ну, он не хочет квартиру, я не буду его заставлять, типа, ну, это дело его. Там уже купишь, что ты хочешь, в принципе. Тебе надо только машину припарковать. Бля, жалко вам его хреново слышно, блин, вот, вот это самая печалька. Реально, вот это боль просто. Ну, узнай, с двух раз. Не могу узнать. Ну, давай, подумай головой хорошо, кто я? Ну, человек. Ну, а чё вы по встречке ездите? Вам делать нечего? Ну, так получилось. Так получилось? Ну, давай я тебя починю. Зачем меня чинить? Вы игрокам другим мешаете, по встречке гоняете. Ну, извини. Давайте, в следующий раз посажу в Деморган. Да я ждал просто, ну, я ждал, пока он выстрелит. Но он выкупил, походу, что не надо так делать. Ну, реально, блядь, нахуй не по встречке ездят, типа, ну. Я просто думал, ну, догадается, кто я или нет. Ну, меня заебись то, что у меня мало кто знает, что я администратор, понял? Типа, ну, я месяц только стою. Ой, нормально так ему помогли. Но у меня пригорело от пацанов, реально, типа, ну, по встречке ездят, типа. Я ждал, пока Николаша будет пострелять, типа, думаю, давайте, ну, давайте, типа, ну, пострелять. Можешь как-то, понял, сюда поставить ее, чтобы не мешало. Ну так, понял, ровно.
Морда ее к банку поставь.